В дружной семье Губенковых тепла и уюта стало больше. В дом по программе догазификации пришло голубое топливо. Теперь, рассказывает глава семейства, таскать ведрами уголь и охапками дрова больше не придется. Как и постоянно следить, чтобы не остывала печь. За тепло теперь отвечает газовый котел. А супруга может больше времени проводить с детьми. Потихоньку стараемся, конечно, все для детей делать, все лучше. Тем более, что перекрывали все, ворота безопасности специально ставили, чтобы дети не подходили к печке. А теперь можно будет этого не бояться. Поэтому и котел навесной мы установили, чтобы дети не имели доступ к котлу. К тому же газ дешевле традиционных способов обогрева, рассказывает Сергей. Покупать на зиму машинами дрова не нужно, как и жечь много электричества. Растраты снижаются в 5-7 раз. А установка газооборудования Губенковым обошлась и вовсе почти бесплатно. Как многодетные, они попали в категорию льготников для компенсации. Я обратился в «Газпром», там мне все рассказали. Обратился в соцзащиту, и почти все оборудование мне обошлось бесплатно. И монтаж газопровода бесплатно обошелся. Бригада, которая приехала, все подсказали, как устанавливать, где. Ну, а по большому счету сами все и сделали. При заключении с газовой компанией комплексного договора она будет курировать все этапы. От разработки проектной документации до подбора и установки газооборудования. Оно, кстати, тоже не стоит дорого. Все выпускается в России по доступным ценам и хорошего качества. Стоимость работ «Газпром газораспределения Барнаул» утверждена местным регулятором. То есть это цены подтвержденные, которые реально существуют на рынке, они не завышены, потому что за каждый там взятый с населения рубль мы потом в дальнейшем будем отчитываться в местном регуляторе. Призываю жителей смелее обращаться в нашу компанию, смелее заполнять заявку на догазификацию. Вот это позволит в будущем использовать комфортно, качественно другого уровня вид топлива для отопления, там, пищеприготовления. В селе Калманка газопровод уже проведен больше, чем в 1100 домов. И прямо сейчас продолжаются работы по догазификации. Узнать подробную информацию и подать документы на подключение можно через сайт connectgaz.ru, МФЦ, госуслуги, а также в ближайшем офисе газовой компании или через мобильный офис. Нужен минимальный пакет документов. Паспорт, СНИЛС, права собственности на дом. Для льготников действуют меры соцподдержки. По поручению президента эта субсидия не менее 100 тысяч рублей. Мария Мацаева, Владислав Ковалев. День с толком.